с вами, как всегда, Аня. И давненько на моем канале не было обзоров, где я что-то делаю своими руками. И совсем недавно ко мне обратилась компания, которая называется Азбука Тойс. Она самостоятельно производит игрушки с 2000 года. И она мне предложила выбрать на их сайте несколько творческих наборов. Я, конечно же, согласилась, ведь я знаю то, что на моем канале очень много людей, которые любят творить и делать что-то своими руками, как и я. И сегодня, ребята, я сделала анбоксинг такого классного творческого набора, который называется «Раскраска по номерам». Итак, ребята, давайте я сначала рассмотрю саму коробку. Она выполнена в очень ярких цветах. Конечно же, присутствует логотип компании Азбука Тойс. Написан набор для творчества и написано то, что это раскраска по номерам. Возрастное ограничение 6+. И написано то, что входит в комплект краски, две кисточки и рамка. Давайте перевернем коробку. С обратной стороны тоже присутствует логотип компании Азбука Тойс. Написан набор для творчества и написано: наборы для творчества — это великолепный способ организации досуга, а волшебные инструменты мы спрятали внутри. Окунись в мир фантазии, сделай открытие. И маленькая головоломка. Мне уже не терпится открыть сам набор и рассказать вам о нем. Вот так вот выглядит коробка изнутри. И, во-первых, в комплект входит, конечно же, все краски, их тут 6 цветов. Присутствует также палитра для красок, 2 кисточки, маленькая инструкция, которую мы с вами попозже почитаем. Далее образец того, какой рисунок у нас должен получиться в итоге. И это вот такая вот красивая птичка. И, ребята, то, что я действительно не ожидала, это то, что сама коробка представляет собой и рамку, и холст с рисунком. Это для меня действительно неожиданно. И мне кажется, это очень классным дополнением, ведь не надо будет покупать рамку, и все выглядит прикольно и классно. Давайте рассмотрим сначала инструкцию. Итак, правила работы с набором. Вам потребуется стаканчик с водой, салфетка для промакивания кисточки. Это все, ребята, я подготовила заранее. Далее, определите для себя сегмент, с которого начнете работу. Откройте банку с краской, соответствующий номеру на картинке, и нанесите на поверхность. Начните закрашивать с небольших областей, постарайтесь закрашивать области, отмеченные одной цифрой. Чтобы не испортить сделанную работу, разукрашивайте сверху вниз. При росписи близко расположенной к области просушите уже расписанные части. Закрашивайте сегменты равномерно, не заступайте за линии. После раскрашивания одного номера промойте хорошо кисточку водой, чтобы не осталось старой краски. Промокните в бумажную салфетку, начните носить новую краску на соответствующие номера. Но, ребята, для того, чтобы мне было удобнее рисовать, давайте же я все-таки открыплю эту картинку от рамки. Вот таким вот образом, чтобы мне было удобнее рисовать. Пока что рамку мы убираем в сторону, но позже она нам пригодится. И берем сам холст. И, ребята, еще хочу сказать то, что инструкция очень простая и понятная. И все те, кто любит рисовать так, как и я, уже знают эти правила. И, ребята, я заранее подготовила воду. Давайте я ее сейчас возьму. Вот она. И также салфетки, давайте же я тоже их возьму. И вот, ребята, мы с вами готовы рисовать. И давайте же поскорее начнем. Этот процесс рисования я ускорю в несколько раз, чтобы вам не было скучно. Ну а позже вы увидите итоговый рисунок. Мне кажется, он получится очень ярким и классным. Что, мне кажется, тоже очень прикольным и классным. Чтобы получить какой-то другой цвет, помимо 6 основных, мы должны смешать несколько цветов. К примеру, чтобы получить коричневый, мы должны были смешать красный и зеленый. Все это написано вот здесь вот на бумажке. Мне кажется, это очень прикольным дополнением. Я продолжу рисовать.
И, ребята, вот такой вот прикольный рисунок у меня получился. Напишите в комментариях, как он вам понравился или не понравился. Ну, вообще, мне было очень интересно его рисовать. Нарисовала я его довольно быстро. И, кстати, ребята, на сайте Азбука Тойс есть не только вот такая вот птичка, как раскраска по номерам, но и еще несколько раскрасок по номерам с другими какими-то предметами или животными. Если что, ребята, скажу вам то, что сайт и группа ВКонтакте Азбука Тойс будет в описании под этим видео. И что мне очень понравилось на их сайте, большой выбор творческих наборов. И, конечно же, низкие цены, что тоже очень приятно. И, ребята, если вы не верите, вы можете сами заглянуть по ссылке в описании на этот сайт и посмотреть. Напишите в комментариях, на какой же творческий набор вы бы хотели от меня обзор. Напишите обязательно об этом в комментариях под этим видео. Ну и, конечно же, ребята, я буду выпускать еще и еще видео с творческими наборами от компании Азбука Тойс. И повторюсь, тоже напишите в комментариях, понравилось ли вам, как я нарисовала эту птичку. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем до встречи, всем пока-пока!